В Якутии продолжает работу региональный чемпионат WorldSkills. Шестой по счету конкурса «Молодые профессионалы» проходит по 45 направлениям. Наш корреспондент Анастасия Федорова о соревнованиях по направлению «Юниоры». Сегодня найти свою профессию непросто, особенно молодому человеку. И в Якутии последние несколько лет развиваются различные проекты, направленные на профориентацию молодежи. Одним из таких проектов являются молодые профессионалы WorldSkills Россия. В этом году к студентам и молодым профессионалам подключились и юниоры, школьники до 16 лет. Соревнования по направлению юниоры стартовали сегодня в квантумах детского технопарка «Кванториум». Здесь юные профессионалы показывают свои умения и навыки по 10 компетенциям. Ребята, которые здесь сейчас соревнуются, им необходимы знания физики, информатики, аэродинамики. Они должны уметь руками паять, собирать. Они должны произвести сборку и дефектовку коптера. Задание было практически написано по профстандарту, то есть все то, что должен делать специалист по данной профессии, это отражено в конкурсном задании, которое выполняют ребята. Илья Сисько, ученик 9 класса Нюрнбергского информационно-технологического лицея номер 24, выбрал компетенцию управления беспилотными летательными аппаратами. И уже знает, чем будет заниматься в будущем. Сегодня он первым из участников справился с заданием. Я собираю беспилотник, вернее, как он наполовину был собран, но в нем были допущены специальные дефекты. Я должен был их устранить. Он мне попал в руки, там половина рамы была разобрана, не установлен ни полетный контроллер, приемник управления не был подключен. Я все это подключил, на данный момент я перепаиваю регулятор оборотов, поскольку вращение моторов неверное. Также спаял кассету для аккумуляторов, ну и настроил все это в программе. Победители примут участие в отборочном чемпионате в Подмосковье, чтобы определить самых лучших для участия уже в национальном финале, который состоится в апреле в Южно-Сахалинске. Самый лучший представитель Якутии будет направлен на эти отборочные соревнования, чтобы дальше представлять свою республику уже на национальном финале. Шестой по счету региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Якутии продолжится до 25 февраля. Соревнования проходят на 22 площадках в Якутске и 5 районах республики.